Итак, дорогие друзья, всем огромнейший приветик. Сегодня мы будем делать обзорчик на номер в нашем отельчике. У нас четвертый этаж, номерочек 422. Открывается он магнитным ключом. Заходим. Как во всех отелях, магнитный ключ нужно вставить в специальную коробочку, чтобы заработал свет. Собственно говоря, в отеле есть кондиционер, пульт вшит в стену, и работает он в одном режиме, 17 градусов. Дальше, как мы только заходим в номер, сразу бросается в глаза такая вот, ну, типа кухонная стенка. Я сразу не понял, к чему это и почему, думал, ну, может быть, мы как бы попали в апартаменты, где есть мойка, какая-то там плита, чтобы можно было себе приготовить поесть, но нет. Здесь просто есть мойка, которая работает, оттуда течет вода. Ну, холодильник, это понятно, в любом номере есть холодильник. И просто какие-то вот кухонно-гарнитурные полки, мебель и так далее. То есть здесь мусорка, полки и сверху полки. Больше здесь ничего нет. Зачем это было сделано, непонятно. Зачем мне мойка, когда есть в туалете нормальная раковина? Это, по-моему, у нас пепельница, которой мы не пользуемся. Вот, совсем было непонятно, наверное, здесь более логично было увидеть какую-то прихожую. Итак, слева от нас находится туалетная комната, здесь же у нас и душевая кабина. Кстати говоря, душевая кабина вполне неплохая, вы видите здесь высокий бортик, это очень хорошо, потому что, по-моему, в Египте у нас был маленький бортик, и вода из душа, она просто прям постоянно разливалась по всей ванне. Сам душ такой, ну, типа... простенький, скажем так, простенький. Вот она вот так вот чик-чирик закрывается и открывается. Простенький такой туалетик с такой вообще пластмассовой древней ручкой. Ну и все, что обычно бывает в туалете. Раковина, фенчик, зеркало. Полотенцесушители всякие и, собственно, наши полотенца. Собственно, прямо мы попадаем в сам номер, который мы прозвали «Скворечник», потому что он похож на скворечник с треугольной крышей. Так, светит солнце, поэтому немного отсвечивает. Ну, посередине номера мы видим собранную из двух частей двухспальную кровать, то есть она не... полностью двухспальная, она вот создана из двух маленьких, которые двигаются очень достаточно подвижно. А дальше здесь у нас, ну, тумбочки со светильниками, понятное дело. Тут такой тоже смешной шкаф, какой-то такой из ДСП сделанный, напоминает тоже какой-то старый советский. Здесь у нас в шкафу, понятно, что всякие вешалочки, тут сейфик, вот. И наши вещи висят, чемоданы стоят. Напротив кровати у нас телевизор, полочка для сумок, дальше у нас там стоит кресло, и на этом все. И у нас есть мини-балкончик такой, сейчас мы выйдем сюда. Так. Я специально отодвинул шторы, чтобы был хоть какой-то свет в комнате. И они мне мешают открыть дверь, потому что я их там зацепил. Ну, собственно... Ой, она на меня упала. Ну вот, собственно, мы вышли на балкончик. У нас открывается вид на балкон. То есть, на какой балкон? На бассейн. Где вот постоянно кто-то купается. Там у нас лежаки постоянно заняты. И, собственно, вот вид у нас на море. А где-то было на фотографиях вид прям сильно на море, но это был, видимо, из другого отеля, потому что есть Биганвиль, отель 3 звезды, где мы сейчас находимся. Есть Биганвиль без 4 звезды, он где-то более там на первой береговой линии. У нас до моря еще надо пройти 5 минут где-то. Вот здесь другие какие-то отели. Здесь другие балкончики. Ну, такой вот видочек.
Здесь можно посидеть вечерком, когда не очень жарко, либо мы здесь сушим наше белье, всякие плавки, полотенца, потому что никаких вешалок не предусмотрено здесь. Все, пойдем отсюда с этой жары. Опачки. Ох, прохлада. Хорошо. Кондиционер мы гоняем всю ночь, мы под него прям спим. Благо, что он дует не прямо на нас. То есть в этом плане хорошо, что он не продувает. Видите, он висит там, а мы спим здесь. То есть он дует куда-то сюда в коридорчик и охлаждает комнату. Ну и в заключение обзора мы сделаем конкурс. Я положу $5 вот сюда. И тот, кто будет отдыхать в нашем номере, может забрать себе этот суперприз. Если, конечно, горничная его не заберет первей. Ну что же, на этом наш обзор заканчивается. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик и ждите дальнейших видеоотчетов по нашей поездке на отдых. Всем пока!